В Одессе стартовал новый проект, который направлен на оказание экстренной психологической помощи тем, кто в ней нуждается. В рамках проекта людям предоставляется возможность выразить свои переживания, сообщить о своих нуждах в связи с событиями, происходящими в стране. В Одессу пришла долгожданная весна. Поводов для улыбок стало вдвое больше. Но последние события в Украине оказались тяжелым испытанием для всех жителей страны. И одесситов в частности. Люди находятся в состоянии нестабильности и не уверены в завтрашнем дне. Страхи плотно засели в головах у многих жителей Южной Пальмиры. Люди находятся в остром стрессовом состоянии. Подростки с неокрепшей психикой, мужчины, кормильцы семей, пенсионеры переживают происходящее сильнее, чем другие. Специально для таких граждан в Одесской области работает проект «Экстренная психологическая помощь. Мы вместе». Сюда может обратиться любой желающий с любой проблемой или вопросом. То есть, если человек звонит и говорит, у меня там течет крыша, то мы поднимаем свой справочник и говорим, вам лучше позвонить сюда. То есть, и такие звонки есть. Если человек звонит и говорит, вот в Сбербанке у меня 20 лет назад забрали деньги, то есть, наша задача сейчас дать человеку понять, что мы максимально готовы его выслушать, мы готовы его поддержать, пусть он позвонит даже завтра, то есть, сколько хочет, пусть он звонит. То есть, если такая ситуация. Но основной, конечно, акцент – это на тех людях, которые, я же говорю еще раз, кормящие мамы, беременные мамы, молодежь. Не стоит забывать, что в любом обществе есть особо уязвимые люди со слабым здоровьем или нервной системой, реакция которых более болезненная. А в кризисной ситуации пострадавший всегда находится в состоянии психического возбуждения и накручивания. На сегодняшний день одесситов атакует страх потерять работу. Люди боятся остаться без работы. Все-таки очень много у нас мужчин-кормильцев, которые переживают за свои семьи. Вот очень много даже звонков поступает от молодых женщин, которые не уверены тоже в своей будущей жизни. Опять же, это страх за работу, страх не создать семью. В проекте принимают участие психологи-волонтеры, которые не безразличны к проблемам других и готовы помочь всем одесситам без исключения. На горячей линии работают только высококвалифицированные специалисты. Я не безразлична к нашим одесситам, к людям, которые действительно нуждаются в психологической помощи, которые действительно, говоря языком психологов, расщеплены и не знают выхода из положения, да, в котором они находятся. Психологи обещают стабилизировать социально-психологическое состояние всех обратившихся. Кроме того, в проекте принимают участие психологи, которые готовы принять вас бесплатно, тет-а-тет и оказать необходимую помощь. Телефон экстренной психологической помощи «Мы вместе» 048-783-8384 и 094-94-123-84. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».